освободить Навального и офицеру из-под стражи в зале суда немедленно. Апелляционное определение подписано всем составом суда. Поддержал нас, всем, кто вчера вышел на Манежку и на другие площади, и мы понимаем отлично, что то, что произошло сейчас, это такое совершенно уникальное явление в сфере российского правосудия. В общем, даже это такой неловкий момент, когда по представлению прокурора выпускали только тебя и прокуроров, которые до этого крышевали подпольное казино. И больше ни с кем такое не случалось. Я очень благодарю всех тех людей, хотел бы их просто всех обнять, которые так или иначе способствовали тому, что сегодня это случилось. Я хочу еще раз поблагодарить свою защиту. Мы понимаем, что вот эти странные моменты, когда все грустят, потом радуются, возможно, через некоторое время наступит снова момент, когда придется всем грустить. Но тем не менее, если у нас есть хотя бы пара лишних месяцев для того, чтобы бороться, будем бороться. Всем спасибо большое. Нам нужно взять свои... А что касается участия в выборах, я не какой-то там, понимаете, им ручной котенок или щенок, которого они сначала выкинули с выборов, не будешь участвовать, потом сказали, нет, давайте мы его на месяцок будем, опустим, он будет участвовать в выборах. Я сейчас вернусь в Москву, мы обсудим все с нашим штабом. Я уже говорил много раз, вне зависимости от того, что будет реальный срок или условный, избирательная кампания будет продолжаться, поскольку это наше общение с избирателями, а не с комиссиями. В какой форме? В форме бойкота, в форме продолжения выборов. Я приму участие, как только приеду домой, приеду в Москву, встречусь со своим штабом и с теми людьми, с волонтерами, которые меня поддерживают и которые являются неотъемлемой частью команды и главной такой штукой, где принимается решение. Спасибо большое, нам нужно взять свои манатки. Еще раз хочу добавить, всем большое спасибо и напомнить, что то, что сегодня произошло, это результат выбора каждого, решение тех людей, которые пришли вчера, которые пришли сегодня. Всем большое спасибо. Да, вообще это большая неожиданность, потому что я до сегодня они в 10 утра в Питере, я так понимаю, радио хотя бы было в камере. А мне сегодня в 10 утра пришли, сказали, снова в суд. Вообще-то это было странно. Потом, может, еще какое-то новое дело возбудить.